Почему ты купил Volvo? Девушка, скажите, пожалуйста, а почему вы купили автомобиль Volvo C30? Мы видим, он такой красивый, трехдверный, не спортивный. Не C30, а C3. Так, все, переснимаем заново. Да, заново. Девушка, скажите, пожалуйста, а почему вы купили Volvo C30? Volvo C30? Ну да. Не знаю даже. А почему вы ездите на Volvo? Ну, дело в том, что вопрос сейчас не обо мне. Вот. Вам удобно красить ногти? Да. Смотрите. Так удобно, да, ногти, да, красить. Да, да, я с вами... Так много, куча всяких каких-нибудь Я с вами штучек. Согласен, я Прямо. Сам крашу ногти в своем V50. Почему она такая спокойная? Мне это безумно нравится. Mm-hmm. Да, да, сексуальная обивка, mm-hmm. да, тактильное ощущение. Прям... Да, оргазм. Оргазм. Банальный секс. Не надо, поехали.